конечно же, я очень благодарен команде Сергея Николаевича. А через председательствовать Содружество в год его юбилея, 25-летия. И, конечно же, все СГЭ пришли к общему, единому мнению. И мы смогли подготовить все документы, определить планы работы на будущее. Ну, была очень так, дружественная, братская атмосфера и при нем. Также хочу присоединиться и к предыдущим выступающим и выразить от имени молдавского народа соболезнования народу Узбекистана в связи с кончиной Ислама Каримова. Уважаемые друзья, период становления наших стран и в мире, и в частности в нашем регионе происходили глубокие экономические и социальные структурные преобразования. Содружество независимых государств сыграло важную роль, стал своеобразной платформой для становления дальнейшего развития отношений между нашими новыми независимыми государствами. На протяжении всего этого времени, уже будем отмечать 25-летний юбилей Содружества независимых государств, преодолело сложный путь от становления, поиска оптимальных форм сотрудничества до адаптации его механизмов потребностям многостороннего взаимодействия. И на этом этапе нам предстоит особенно трудоемкая работа по его модернизации и оптимизации, это реалии нашего времени. И в этой связи хочу подтвердить, что мы намерены и в дальнейшем принимать активное участие в усилиях стран Содружества, направленных на модернизацию экономик, эффективное использование транспортных и энергетических инфраструктур, реализацию торгово-экономического потенциала, усиление энергетической и продовольственной безопасности наших стран. В качестве приоритетов сотрудничества в рамках СНГ мы определили для себя такие важные направления, как достижение свободного перемещения людей, углубление торгово-экономического сотрудничества. Мы верим, что любые проблемы, которые еще возникают внутри СНГ, они могут быть преодолены. И мы понимаем, что если есть политическая воля, то нет никаких проблем, которые нельзя решить. Естественно, решая вопросы, касающиеся новых вызовов в центре нашего внимания, будут оставаться и дальние вопросы консолидации и взаимодействия гуманитарно-культурной сфере, что обусловлено исторически сложившимися тесными связями, взаимными культурными, научно-технологическими и информационными обменами. В заключение еще раз хочу выразить слова благодарности уважаемому Алмазбеку Шаршеновичу за оказанное большое внимание и создание комфортных условий, а также пожелать всех успехов в дальнейшей работе и нашим народам мира и благополучия. Спасибо. Уважаемый Алмазбек Шаршенович, уважаемый. Заседание в расширенном составе. Во-первых, хочу всех поблагодарить. Сейчас была проведена период подготовки и большую работу, которую провели сегодня в узком составе. В сентябре ушел из жизни наш коллега, выдающийся государственный деятель, президент Узбекистана, продолжили тот путь, который будет стать. Очень благодарен всем странам, всем делегациям по реформе оптимизации СНГ. Резолюция ООН о поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога. Надо всем странам СНГ, если они поддержат эту нашу инициативу,
Уважаемые. Рад, что вы приехали. Давайте фото сделаем для прессы. Да. Не равнодушен к Молдове. Знаю, поэтому... Даже песня. Шаршенович, хочу поблагодарить за возможность встретиться. Там же сейчас объездом летают и украинцы, и белорусы. У вас было так же? Мне показалось, да. Лето как лето. Спасибо. Спасибо. Вот за это благодарю. Торгово-экономических. Хочу поблагодарить вас лично, потому что я знаю, что после того, как вы посетили Республику Молдову, немножко наши идеи развиваются. Для нас это было очень важно, этот бизнесный момент. И скорость, с которой начали двигаться, сейчас обязательно. Здравствуйте. Совершенно верно. Я тоже самое хотел отметить, что и поблагодарить за хорошие добрые отношения. Мы всегда видели.
Thank you.